лапку что-то... А ну, да. А ну. А ешь уже, не уплёвывай. А ну, лимонный. Ну, лимонный. Козявка, да? Ну, это, может, или совля, или... Да вкусная, аж, что ты выплюнула? Дай папе, пусть поест. Да ладно, что? Вкусная, да? Твоя очередь. Я уже не хочу играть. Всем привет, вы на канале Камила Экранина. Сегодня мы будем снимать пинбузл. Нам подарил на свидание. Нам подарил пинбузл Святой Николай. Да. Начинаем. Кто первый? Так, у нас будет. Не мы будем решать, какую мы будем кушать, а за нас будет решать наша судьба и удача. Королюш, крути колесико. Так, ничего не выпало. Стоп. Ой, у Каролины выпало три роза, две розовых, одна зеленая. Это не первая вот эту. Мы кидаем обратно. Первая розовая. Да. Что попалось? Кокос. Кокос? Нет, тут не может быть кокос, розовая не кокос. Ну, вкусная конфетка попалась. Угу. Давай, папа, следующий. Зеленая. Нет, первая выпала зеленая. Зеленая бери. А с чего? А в этой тоже страшное может попасться. Это козявка. У папы сейчас может попасться или лайм, или козявка, или дрова. Что попалось? Вкусно. Лайм. Или груша. Лайм, груша. Лайм. Лил, давай поедем. Коктейль, да. Фу, Камила, попала тебе тухлое яйцо или памперс. А ты молчи, мамочка. А что, мы знаем, это так подписано. Пусть она сама берет и пробует. Нет, у тебя попалась, вот. У нее красная выпала. У меня первая красная, да. Ну, давай вот так, ладно. Ну, что вот так, ладно, у нее красная выпала. Она не то не хочет. Давай. Ну, тут или блевотина, или... Да давай же ешь. Коктейль какой-то. Ты ешь, потом будешь. Тебе рассказывать, что там. Жвачка. Ой, вкусно, да? Подвезла. Повезло тебе. Блин, а маме сейчас попадется говна какое-то говно. Кусочек говна. Ты как вкусно пахнет такая. А нет, ну нюхай. Во, блин. Что, красный? Я не помню, что означает. Это винокрадовая. Ложи в ротик, сейчас попробуешь. Вот это как раз тухлая рыба. Ну, ешь давай. Или виноград. Или виноград. Маме нравится тухлая рыба. Нет. Это вообще-то виноград. Да виноград! Тухлая рыба! Нет! Виноградом пахнет! Тухлая рыба пахнет! Моя Каролина! 1-1 и все вкусно! Да, у нас у мамы не вкусно просто! Первая вот эта выпала! Ну давай, давай! Во! Она вот эта первая! Сопли! Лимон! Вон еще на столе одна лежит! Лимон! Есть! Что? Да что? Покажи, дай вдохнуть. Фу, что-то... А ну, да. А ну. А ешь уже, не уплёвывай. А ну, еще раз. Лимонный. Ну, лимон. Козявка, да? Ну, это, может, или совля, или... Да вкусная, аж, что ты выплюнула? Дай папе, пусть поест. Да ладно, что? Вкусная, да? Твоя очередь. Я уже не хочу играть.
Черную. Вместе с белой. Нет, черная первая выпала. Желтая. Нет, это не желтая, а зеленая. Это зеленая, глянь, какая красивая. Это тухлое яйцо. Ну что? Вкусно? Вкусно, возьми. Тухлоидика. Да ну! Папа не признался. Вкусно. А мне до тени? Чуть-чуть не особо. Вкусно. Ну ладно. Камила, давай. Там что-то особенное. Твоя очередь. Не знаю, но мне это слово нравится. О, мне понравилось. Опять же, арбузовая жвачка. Опять? Ой. Что там? Куча котов пособиралась, а? О, это маме будет. Мам, а вот это выпало оранжевое первое. Фу. Да, оранжевое. Да не пахнет ничего. Не дыхни. Не, ну да. Не дыхни. Да не вкусно. Не дыхни. У меня зеленая. Арбуз? Или не знаю, что? Моя очередь. Арбуз? Моя очередь. А ну прожуй, дай пожу, пусть пожует. Это у меня идет. Да. А ну, Королюся, что там у тебя? Это первая выпала. Красная. Помнишь, что в Леонде было очень? Бегучая. А как? Клубничка? Дыня. Гранат. Дыхни. Она что не решила? Да что-то нормально, не острая. Классно, да? Ну, значит, клубника. Клубника. Да, папа. Вот она. Что? О, тоже блевотина. Вторая. Что упало, ложите на стол. Или потом найдем. Королюсь, садись. Вот она, вот здесь. Ну вот. Апельсин. Ну, апельсин. Да. Так. Апельсин. На стол ложи. Да не надо туда, на стол надо, королю. Все, все, все. Опять, как у папы. Да, гляди там. Апельсинка. Ну, а маме четко попалась. А не черная, это что-то из корицы. Это амуль корица. А мне так она не нравится. Жуйте, девушка, жуйте. Скунс. Или скунс. В итоге два... Я люблю скунс. Мам, дай скунс. Я люблю скунс. Это корица. Моя очередь. Нет. Давай, Королюсь. Похоже на сангуку. Да, похоже на зерно сангуку. Ну, до поры до времени она не нравится. Эти мне не выпало прямо. Выбирай. Прекрасно мне выпало. Я выпала, а я один кусочек съела, и все. Ты еще даже не разжевала, давай жуй. Да попробуй, оно печет, наверное. А ну. Правда, перец. Да, перец. Да выплёвывай, вон салфетка есть. Надела вырез, не выживала. Ага. Она сразу пекти начинает. Все, Королюся запивать побежала. Ну, правда, печет сильно. Когда мы снимали. Папа, или йогурт, да? Или йогурт, или носки. Вонючие носки. Папины. Со своей же будет. Пап, ну как? Подванивает мне? Супчики. Понюхай. Сейчас раз и все штабелями лежат. Нет, чем-то другим. Йогурт? Нет, чем-то таким. Йогурт. Моя. Твоя очередь. Камил, давай. Камил. Ну, впечатляет. Ой,
Мы же котикам дадим попробовать. Попрятались под столик три котика наших. Деда, хочешь попробовать? Да, накормите дедушку. Вкусная зубная паста. У меня попалась розовенькая. Нежно-розовенькая. Ну, тебе черная еще попала. А малиновая? Не помню. Малина. Нет, моя. Это моя. Да. Малина? На вкус малина. Какое яйцо? У меня желтое попало. У меня три. Какую выбирать? У меня первое вот это выпало. Вот эту белую бери, йогурт. Да, вот это вот выпало первое. Да берите уже горстями, а то там что-то у вас не убывает. Вкусно? А это страшное какое-то. Тухлое яйцо. Ой, да, это может быть тухлое яйцо. Мама, это вкусно. А что еще может быть? Мама, я попала вкусная. Я бы съела ее. Или попкорн? Ну как тебе? Не, хватит. Лайм. Нет. Лимончик. Лайм. Перепутали просто. Лайм. Вообще-то. Забили на очередь. Вообще-то я вижу. Мама, набери ее же, что ты? Я не понял, а вы что, уже сверху достаете? Нет, это у Камилы попалась оранжевая, мы решили ее съесть. Угу. Это апельсин. Да. Мам, не нюхай. Да, оно не пахнет. Апельсин. Мама, аллергия на апельсинки. Нормально. Галина, а ну-ка давай ты. Давай. Не закрывай, чтобы не улетело. Опа! О, собачий корм или пудинг. А то и фиолетовое, а мне будет коричневое. Мне коричневое. Фиолетовое, папа! Я фиолетовое первое буду. Ну давай, давай кушай. Давай, будешь корм есть. Ну что там, королюсь? А вот тебе выпало, Камин. Да, давай, бери. Давайте уже все по сразу. Раз. И все же, что там у тебя, королюсь? Виноград. О, класс. У папы что у тебя? Такой вкусный. Собачий корм. У папы собачий корм. У тебя что, вкусный, Камил? Такой. Попкорн. Камилочка, кисленькая что-то, да? Кислинка? Нет, не кислинка. А что там? Мне красненько. Попкорн. Да куда ты? Королюша! Ты решила попробовать, да? У меня клубника. Это молоко. Мама, не ври, что клубника. Глянь, глаза слезятся. Это молоко. Молоко у тебя? Да. Понятно. Да. Это молоко. Так, давайте все сразу раз и все в рот закидывайте. И рассказывайте мне, что у вас есть. Каролина, ты начинай. А, блин. Так, вы как гомонитесь. Давай. Я хочу красненькую. О, это тут все зеленое. Может, дать вам пиалку, высыпите все и будете есть. А Каролин, а Камиле вот такая четкая. Только лаечка, да? Нет, я только шутка. Каролин, что у тебя, говори? Лайм. Папа, что у тебя? Мама, нюхай. Апельсин. Камилочка? Не знаешь? А у меня оранжевая и с такой две красные. Это, по-моему, блевотина. О, боже. Тебе опять повезло? Маме нравится. Моя очередь. Твоя, Каролин, давай. Нет, тут все нравится. Так что не выплевывайте. Ну, красные даже. Пап, я буду слаживать потом до них. Мне тут все нравится. Это апельсин. Королюся, что там тебе нравится? Давайте, я возьму фиолетовый. Что вы тут боитесь? Фиолетовый.
Это лимон. Давай. Лимон у тебя. Что у папы? Это корица. Валера, что у тебя? Корица. Камилочка, что у нас? Апельсин. Еще и даже вкусная корица. А мне фиолетовая. Фиолетовая, это виноград или это виноград или духовая. Каролина четко знает виноград. Молодец, Каролина. А ну, разыгрывай. А мне корица очень не нравится. Вкусно? У меня одна плохая. Две плохих только. У меня ни одна, мне серая понравилась. Да. В этот раз у нас очень мало плохих попадается. Опа. Я уже так наелась. Я буду красная. Красная, я хочу красную. На, тебе такую. Блевотину. Окей. А мне розовую? Мне как раз тоже блевотину, кстати, Камил. Поздравляю. Не такая что-то. Вкусно? Сейчас жвачка. Да. Но я не знаю, хватит мне. Камиле опять не нравится. А Каролине с папой все нравится, молодцы. Я только две не попала. Я хочу белую попробовать. Камила, а что это было? Не знаю, но это или блевотина, или... Или блевотина. Мам, мне вкусно. Я хочу белую. Куда? Ну пусть... Да. Моя очередь. Ой. Ее очередь. Камила, сегодня день Николая, я тебе разрешаю кверху залезть и попробовать давай, белую. Белую. Чисто белую. Да. А я хочу мятную. Я хочу мятную. Ну давайте я вам уже высыплю, вы все сразу слежите. Давай. Каролин, ты какую хочешь? Блевотину? Я козявку, как тогда, козявку. Нормально, да? Как тогда, мне сказали, козявку. А ну-ка, Мила, что ты там делаешь? Это козявка. Ой-ой-ой, фу-фу-фу. А у меня что-то синее, вкусное. Это трава. Это трава. Ягода. Я попалась трава. На ягоду похоже. Но это точно не кокос. Но это точно не кокос. Папа, что там у тебя попалось? Ты молчишь. Ему все нравится. На ялке. Фу, папа, сопля, да? Ай, моя очередь. Мама, моя очередь. Мама, моя очередь. Мама, молчится. Моя очередь. Да. Нормально, мне нравится. Валера, скажи, конфета есть и в Африке? Конфета, да? Конфета, да. Вот, делаем. Памперсы. Папа, коричневая. Да я уже ел этот корм собачий. Ты собачка. Короче, давайте, наверное, всем пока, а потом будете кому-то что нравится. У меня попалась блевотина, гляньте. Ой-ой-ой. А ну попробуй. Вкусно? Да, вкусно. Не, папе уже не понравилось что-то. Ешь, ты сказал, все нравится. Дай Трюша. Трюши. Трюши это здесь нет, туда не кошаки, блин, поприходили. Трюша на подарок. Что? Моя, о, маме, маме очень нравится. А ну, Королюсечка, давай, что там? Мне твоя красных попалась. А что это было? Блевотина. На празднику, который а ты что может делала. Быть коричневая тогда? Спасибо, Валерочка, скушай и узнаешь. Да вот я скушаю. Я думаю, что это очень привлекательное. Что, опять перец? Выплевай, Каролина, выплевай перец свой. Я выплюнула. Выплюнула. Я выплюнула. Вот черная. Смотри аккуратно. Папа, фиолетовая. Я уже ел такой. Давай. 2018. Камила, козявка. Это корм. Это корм. Я хочу красную попробовать, где перец. Это корм. Дайте ему три красных, чтобы он не ошибся уже в перце. Да. Не, не хочу. Так, последний ход. Всем по три сразу в рот и будет серо-буро-малиновый цвет во рту. Каролина, сразу три закидывай. Мне вкусно. Солененькая. Солененькая, значит, козявка. Фу-фу-фу. Камиле понравилась солененькая. Фу-фу-фу. Камиле, да, солененькая. О, клубничка. Или перец. Это не перец. А что это? Ну, это не перец.
Папа, нюхай. Перец должен пихти, а это что-то. Фу, вонючая что-то. Перец, понюхай. Так она уже там, конечно, это наела. Перец. Она уже наела там вот все. Так, детки мои дорогие, внучечки мои сладенькие, давайте всем пока-пока. Потом будете тут доедать. Королюсь. Давайте. Королюся. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Каролина, Камила, папа и мама на канале Камила и Каролина. Каролина, тебе слово. Козявку за ваше здоровье. Уведомление. И с праздником. Днем Святого Николая. Ура! С праздником. Вот это четко. И Дед Мороз у нас классно сегодня поздравил девчонок с Николая, да? О, все, всем пока-пока. Пока-пока.